про армян. Короче, дело было так, нахуй. Хули армян такой, с навороте, весь да, такой. Хорошо, хули, да. Ну, цаца, блядь, все, деньги есть, все есть. В ресторан сидит, нахуй. Тут Ваня, колхозник. Хули с ним за столик садится, блядь. Сидят, ну, на финал говорит. Мне там это, тазик пельмени, блядь. Там, блядь, молока, то есть, что-то набрал там, пиздец, там полстола, блядь. Это, ну, мне там сосисочку, что кого, блядь. Ну, сидят, рубают, там, Ваня, хуярь. Ну, смотрит на него, он говорит, слушай, Ваня, а вот если я тебе насру, вот за 100 рублей мою говно сожрешь, он говорит, за 100 рублей? Нет, сожру. Тот хачик. Официант! Тарелочка. Корячился, короче, говяжку такую выстрел, блядь. Валя говорит, 3 литра молока, нахуй. Хуяк он. Говяжку, хуяк, хуяк 3 литра молока запил, говорит, давай, нахуй, 100 рублей. Советские времена. Зарплата, блядь. Все тут курит. Сука, у того жлоба пиздец, блядь. Слушай, а спорим, я вот, говорит, тоже за 100 рублей тоже твою говяжку сажу. Он говорит, не вопрос. Официантка Тази. Вот так, он говорит, серьезно, он такой, Пася, заслужил, говорит, армяна хлебова еще есть. Леший хуярит по лесу. Пиздец, похмелья ему хуево, ебать в рот, все, пиздец. Хули, где ты ебать? Только у Баба-Яги, блядь. Больше где ты, блядь. Хули к Баба-Яге. Это я не хоть, слышал. Блядь. Старая, налей, блядь. Он говорит, выебешь? Налью, блядь. Ну, мне-то нужно для бодряка хотя бы стакан-то ебать, нахуй. Я, видишь, хуёво мне, блядь. А ему стакан наливает он. Хуяк, хули, ебать, раз, остатки такие себе. Чик на ладошку. Хуяк на голову так. Все, говорит. Ну, чё, блядь. Ну давай второй, чтобы уже конкретно уже бодряк, нормально же, блядь, мужику почувствовал. Ну второй, ну пять. Да пивай, раз отдать, блядь, хуяк себе получил, блядь. Чем пригладил, блядь. Говорит, ну хули два, давай уже третий уже. Нормально было, блядь, уже. По-нормальному, блядь. Все, там у третьего опять хуяк, раз, блядь, хуяк. Я говорю, что ты себе лысый, блядь, же? Я говорю, как подумаешь, что тебе ебать, у меня аж волосы дыбом встали. Там пионер такой, все. Галстук. Нет, они топали. Да подождите, нахуй, заебал. Все у него, галстук пионер. Бабушка такая, вообще, говорит, будьте здоровы, говорит, да я не чихала. Будьте здоровы, говорит, да я не чихала. Да ты хоть хуя подари. Пионер должен быть вежливым. Хули Василий Иванович находит, петли по пустыне хуярят такие, блядь. Василий Иванович, блядь, такое желание кому-нибудь припихнуть, нахуй. Говорит, слышь, Петька, есть такая птица здесь водится, называется мозгоклюй. Говорит, блядь, мозги выклевать напрочь. Говорит, Василий Иванович, что делать? Говорит, как только закручу мозгоклюй, говорит, ты сразу ебло в песок, нахуй, и все, башку не вытаскивай. Мозгоклюй тут, хуяк, песок зарылся, он его хули в жопу ебет. Клюй, клюй, мозгоклюй, да мозгов не достанешь. Короче, летит самолет. Самолет летит. Над тундрой катастрофа, блядь. Разбивается самолет. Крушение, блядь. Остается одна в живых стюардесса, блядь. Хули тундра, зима, блядь, все пиздец. Ебано, все. Блядь. Так не подумал, сейчас так уже сдохну, блядь. Хуяк двое чучей на натах хуярят, блядь. На лень. Оба, она говорит, мужики, отдамся вам, блядь, только спасите, отогрейте. Все, ебите, как хотите. Вот только вам резинки, блядь, оденьте нахуй, иначе я, говорит, рожу, блядь. Ну, все, не вопрос. Хуля, все, ребята ее поимели, туда-сюда спасли, блядь. Проходит день, два, неделя, блядь. Один трубы говорит, слушай, говорит, давай их нахуй снимем, пусть рожает.